Сообщение о пожаре в санатории Минобороны поступило в МЧС в 6:15 утра. Сотрудники сработали оперативно. Между восьмым этажом и крышей произошло возгорание обшивки на площади порядка 1000 квадратных метров. В ликвидации пожара отличного состава МЧС принимало участие 53 сотрудника и 14 единиц техники. Полностью сгорела кровля первого лечебного корпуса. Пожару присвоили второй номер сложности. На месте пожара были созданы 5 боевых участков по тушению пожара с внутренней части здания, а также с использованием специальной техники с наружной части здания, с использованием автолестниц и коленчатых подъемников. Пострадавших нет. Более 370 постояльцев самостоятельно покинули здание. Все они продолжат отдых в других здравницах, либо по желанию получат компенсацию. Те граждане, которые планируют продолжить отдых в Крыму, Министерство обороны выделяет им места в санаториях Партенит и Феодосия. А также муниципальный наш санаторий, город Ялта, будет поддерживать людей. И Ялтинский городской пансионат выделяет им тоже 30 мест. В ближайшее время в санатории устранят все последствия пожара. Линуза Бурсеитова и Виталий Голубев. Телеканал «Милет», Ялта.